Сахарный родник, расположенный в Винесской роще, начали приводить в порядок. Рабочие снимают грунт. Далее участок засыпят щебнем и песком. Конструкция будет представлять своеобразный замок. Он защитит родник от попадания вредных веществ, которые могут содержаться в воде, стекающей со склона. Дренажную систему тоже реконструируют. Далее специалисты обустроят ограждение и лестницу. В последнюю очередь наведут уют. Поставят скамейки для отдыхающих. Так как это особо охраняемая природная территория, соответственно, все работы ведутся исключительно ручным способом. Никакой техники здесь не задействованы. То есть с подрядчиком постоянно на связи, постоянно контролируем каждый день, то есть вопросов нет. В Винесской роще еще остались проблемы, которые надо решить. В ближайшие годы необходимо очистить почву от нефтяного пятна. Параллельно, то есть Министерство природы заканчивает разработку проекта по рекультивации загрязнения всей территории Винесской рощи. Как вы знаете, был разлив нефтяных. Нефтяной разлив. И сейчас у нас проект находится в стадии экспертизы. Если все хорошо, мы уверены, что все это получается, на следующий год мы приступим к рекультивации уже всех родников Винесской рощи. На данный момент в Ульяновской области очищают и облагораживают 29 родников. На оздоровительную кампанию заложено 2 миллиона рублей. Виктория Чиркова, Герман Баранов. Управда ТВ.